В Минске вот-вот начнет работу саммит ОДКБ, в котором примет участие Владимир Путин. А до встречи лидеров белорусской столицы прошло совместное заседание министров иностранных дел, обороны и секретарей Совета безопасности стран, входящих в организацию. Россию представляют Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Николай Патрушев. Участники согласовали пакет документов, которые представят на утверждение президентов, в том числе соглашение по информационной безопасности и противодействию незаконной миграции.